27 января в Каспийске у обелиска «Скорбящая мать» состоялся митинг, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда. В этот день вся Россия вспоминает страшные бесчеловечные явления, происходившие в период с 1943 по 1945 годы. Открыл митинг приветственной речью первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев. Прошло 80 лет с тех страшных событий, которые пережили наши сограждане. 900 дней в нечеловеческих условиях они боролись, сражались, шли на работу только для того, чтобы мы с вами сегодня могли жить, смотреть на чистое небо, наслаждаться жизнью. В память о ленинградцах, погибших от обстрелов и бомбежек, умерших от голода и холода, перенесших нечеловеческие муки и страдания, представители различных ведомств муниципалитета возложили цветы. Участниками митинга стали начальник управления культуры Каспийска Схирхан Гасанов, помощник главы города Арсен Базаев, председатель совета старейшин Ганифа Джабраилов, военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев и многие другие. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о всех ушедших солдатах в период Великой Отечественной войны.